Детское радио представляет. Коля, Тима, Женя, Маша, Константин, Сергей, Филипп, Вася, Оля, Зина, Даша, Джонни, Мэри, Сэм, Архип, Света, Ира, Лена, Петя, Витя, Марк, Денис, Антон. Много есть имен на свете, может, целый миллион. Что значит «наши имена»? Веснушка, а это откуда такая открыточка? Какая? А, это? Это нам с острова Родос папин друг прислал. Он там живет. Здорово, да? А его не Родион случаем зовут? Ага, а как ты угадал? Ну, а как? Я же волшебный чайник, я читаю мысли. Правда, что ли? Да ладно, на самом деле имя Родион означает «житель острова Родос». О, удачно он там поселился. Кроме того, я помню, как он приезжал в гости несколько лет назад. Чай тут пил с молоком. Вот ты всегда помнишь, кто как чай пьет. Да как же, это ведь очень важно. Ой, только не начинай рассказывать про сорта чая. Лучше про имя Родион расскажи. Откуда оно пришло? С острова Родос, я полагаю. Родос – это... Греция. Так что имя, соответственно, тоже греческое. Правда, есть разные версии его значения. Ага, значит, это одно из тех имен, про которые до конца неизвестно, как они появились. Верно. Некоторые считают, что оно происходит от корня «родеос», что значит «розовый». Это тоже по-гречески? Ну да. А еще есть версия, что Родион происходит от имени Иродион, что значит «герой». Ух ты, как интересно. А я думала, это что-то про род или родину. Да, по-русски оно как-то так и воспринимается. Наверное, поэтому многие и выбирают это имя для своего сына. Родион – это кто-то родной. Ага, но герой и остров Родос тоже здорово. И розовый цвет мне нравится. А как сокращают это имя? А кому как больше нравится. Родя, Родик, Родюша и так далее. Правда, в других странах его редко встретишь. Только в Украине, Белоруссии и Болгарии оно встречается. А в Греции? Ну, в Греции, конечно, тоже. Ну, может, оно еще войдет в моду. Ведь имя красивое, и все его значения очень хорошие. А как насчет знаменитостей? Есть такие? Кроме друга твоего папы? Шучу, шучу. Есть, например, композитор и музыкант Родион Щедрин. Надо будет послушать его музыку. Что значит «наши имена»?